Итак, вспомним представление язычников, когда они смотрят на свое божество. Как на того, кто мстит за грех. Как на того, кто получает удовольствие, наблюдая над принесением в жертву животное, в качестве платы за человеческую жизнь. Ну и все практически точно так же. Без пролития крови не бывает прощения. Животное умирает, и только поэтому месть не приходит в нашу жизнь. Понятно, да? Но на самом деле здесь нету места нашему желанию приближаться к Богу. Когда мы смотрим, мы должны смотреть. Опять, я говорю должны, это не значит, что мы сегодня так смотрим. Когда мы смотрим, или когда мы должны смотреть на жертвоприношение, мы смотрим на любящего Бога, который в любой момент со всей силой своего могущества, своей любви, может даровать новую жизнь и новое будущее. Представьте себе еще, вы не поверите, цитата ветхозаветнего человека. Это мудрец говорит. Это человек, говорит, знающий Синайский закон. Он говорит о вечной любви, всемогуществе Бога. И в жертвоприношении он видит новую жизнь и новое будущее. Он не видит смерти животного. Он видит Божью любовь к творению. Не убийство, а возрождение. Оживление, нравственное и духовное воскресение. Вступление в новую, более чистую жизнь. Восстановление силы для такой жизни, которая черпается из нескудевающего источника вечной любви. Вот концепция, на которой основывается жертвоприношение в иудаизме. Не напоминает ли вам все, что я говорил, новозаветный подход? Мы представляли себе как нечто кровавое и ужасное, но наши отцы представляли как нечто прекрасное, возвышенное, проявление Божьей любви для нас, Божьей силы в нашей жизни, направленной на наше возрождение и восстановление. И в жертвоприношении они видели источник, который делает нас лучше, потому что мы прикасаемся к нему через это действие. Несколько другая концепция, отличающаяся, как вы догадались, от того представления, которое мы имели. Да? Не смерть, но жизнь. К сожалению, до сегодняшнего дня чем-то центральным, не для кого-то, а для меня, еще раз, чем-то центральным, не для кого-то, а для меня остается тогда это было животное, сегодня что-то другое. Не взаимоотношения с ним, а жертва. Но как только мы делаем центром жертву,
то, чего мы лишаемся. Куда мы начинаем потихоньку скатываться? Идолопоклонство. Мы приходим к концепции жертвоприношения идолопоклонства. Я не случайно вам дал, представление идолопоклонников о жертвоприношении, для того, чтобы мы могли сличать, насколько наше представление похоже на представление идолопоклонников. Я тут на переменке слышал краем уха разговоры о сеянии и жатве. Были такие, да? Были, все хорошо. Не, как бы нормально. Еще породу семени. Нашумевшая теория преуспевания. Сталкивались вы с ней? Слышали? Так, где-то. Кто-то говорит. Итак, что это такое, с чем его едят на самом деле? Мы должны принести что-то. Для получения благоволения. В будущем. Я правильно понимаю? Что такое благоволение в будущем? Материальное. Ну, что вы сеете, то, собственно говоря, породу семени вы хотите пожать. Мы приносим меньше или больше? Этого должно быть больше. Есть такая игра рулетка, знаете? Обычная рулетка, в казино крутят. Знаете, да? Человек ставит ставочку для того, чтобы получить что, меньше или больше? Они просто не дотянули до 100. Веры у них не хватило до 100. У нас рулетка круче. Мы ставим одну ставку, а надеемся получить 100. 30 это минимум. У них 36 максимум, а у нас и 30 это какой-то минимум. Мы просто несерьезно разговариваем. Хотите, назовите это лотереей, хотите, назовите это рулеткой. Когда человек дает меньше для того, чтобы получить... Что-то это дало поклонство. Это вот так вот. Вся эта теория преуспевания и процветания, основанная на даянии Бога, ничто иное, как идолопоклонство. Это понятно? Не все сказали аминь. Я, пожалуйста, может. Кому-то может нравиться, я не знаю. Еще раз. История на даянии. Как дать меньше, получить больше. Дать меньше, чтобы не потерять то, что есть. Дать меньше, чтобы не попасть под проклятие. Дать для того, чтобы получить еще больше. Это все идеи из язычества. А как вы думаете? Понятно, да? С ними говорит. И подстегивает. Вот мне нравится, когда Бог подстегивает. Мне нравится. Идея сама по себе неплохая.
Он именно подстегивает, чтобы дать ему. Он же нуждается, поэтому подстегивает, чтобы дать ему. Чтобы не стояли на месте, чтобы дали ему. Мы же побольше дали туда. И главное, послушайте, вы знаете, проблема в том, что когда я слушаю такие пересказы, у меня такое впечатление, что Бог шизофреник. Понимаешь, ну как бы я читаю, а потом слушаю, думаю, что-то у него там наверху, либо с этим парнем, который это слушает, либо то, что тут написано. Но с кем-то плохо. То ли с Библией, то ли с Богом, то ли с человеком. Ну, как бы взвешивая все это, я понимаю, что все-таки, наверное, с человеком как-то не совсем хорошо. Поэтому я такого не слушаю. Я как бы свободен от этих слухов. А они могут говорить все, что угодно. Это как знаменитое пророчество. Так говорит Господь, меня здесь нет. Все понятно, да? Их можно слушать, конечно, но зачем? Точно. Здесь все понятно. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вот, амен. Вот именно и слава Богу. Хотелось бы еще понимать, что это такое. Значит, на самом деле, слово «довольство» два раза встречается в Новом Завете. Его употребляет апостол Шауль. И это удивительное состояние довольства, которое искали римские стоики. Было такое философское движение, и они искали достижение состояния довольства, когда внешние обстоятельства не влияют на мой внутренний мир. Вот это да. Но Шауль говорит, странный некий порядок. Невозможно достигнуть довольства без благочестия. Невозможно достигнуть довольства без благочестия. Вот они подсказывают правильно. Невозможно достигнуть довольства без благочестия. И человек должен быть в курсе дела, чем же он доволен? Он доволен состоянием усыновленного ребенка, которого не могут лишить наследства. Он должен был в состоянии довольства находиться только потому, что Небесный Отец усыновил его, и он имеет право не только называться, но и быть его ребенком. Он должен быть доволен положением, которое он занимает в доме отца. И когда человек понимает свое место в доме отца, то ничто не повлияет на его внутренний мир. Когда мы понимаем, какое место мы занимаем у него, что он нам дал право называться и быть его детьми, то мы будем довольными. Этого будет достаточно. И тогда все теории, как преуспевать в этом мире, будут нам казаться, ну, в общем-то, достаточно смешными. Потому что его царство не от этого мира. Он не пришел для того, чтобы мы преуспевали вне его царства.
Он не пришел для того, чтобы мы преуспевали в царстве дьявола. Он пришел для того, чтобы мы преуспели в его царстве. А царство его – это не пища, не питье. А мир, праведность в Духе Святом. И радость. И когда люди говорят о материальном преуспевании на основе даяния, послушайте, ничем другим, как язычеством, это назвать нельзя. Понятно, да? Разобрались немножко? И некоторые на сегодняшний день, не побоюсь этого, что неделю назад некоторые из присутствующих говорили, что жертвоприношение потеряло свою актуальность. Что принесена уже одна жертва за всех людей на все времена. И поэтому вся эта история с кровавыми жертвоприношениями канула в лету. Знаете, что такое лето? А? Да, в греческой мифологии река забвения. Какая река была, где все забывали. В царстве мертвых. Так что все, о чем мы говорили, справедливо до сегодняшнего дня. Ну, давайте не будем говорить пока о кровавых жертвоприношениях. Мы говорим об идее жертвоприношения. Что-то может изменено быть из идеи приближения к Богу? Что-то изменилось в Новом Завете? Путь новый и живой. Путь новый и живой. Но сама идея, само стремление, желание приближаться к Богу, платить за это цену, изменилось? Вера в Него изменилась? Поэтому ничего не поменяется до тех пор, пока мы ходим по этой земле. Форма при этом, она же не имела сути. Она не имела смысла. Форма на то время открывала нам понимание. Раскрывала нам какие-то вещи, которые мы должны были понять. Итак, дальше мы будем двигаться, разбирая эту тему, основываясь на том, что, когда мы говорим о жертве, мы имеем в виду желание человека приближаться к Богу. Мы имеем в виду взаимоотношения, основанные на вере. Желание, взаимоотношения, вера. Вот что мы имеем в виду, когда мы говорим о жертве. Наше желание, наша потребность, потому что потребность не всегда рождается из желания, и желание не всегда рождается из потребности. Но здесь в нас Бог заложил потребность, и оно должно родить желание. И это то, что нужно нам, а не ему, это то, в чем нуждаемся мы, а не он. Ну или, по крайней мере, хотелось бы так верить, что именно у нас такое представление. Нет мотивации, направленной в материальный мир. Нет мотивации принесения жертвы, направленной в материальный мир.
Потому что когда мы видим мотив принесения жертвы, направленный на получение чего-то в материальном мире, смотрите, первый день нашей встречи. Мы просто начинаем двигаться в ту сторону. Итак, жертва выражения отношений. И поскольку жертва выражения отношений, то уже как бы предусматривается наличие таковых в прошлом. И теперь мы плавно начнем говорить о высшей жертве, которая была известна в Израиле. Это жертва Алла или жертва всесожжения. Левит, 1 глава. Мы уже знаем, что Израиль к тому времени приносил жертвы. Да? Мы уже об этом знаем. И мы знаем, что Бог дает Моше закон и открывает закон о жертвоприношениях с жертвы Алла. И возвал Господь к Моше и говорит, Господь ему из шатра собрания. Инициатива принадлежала кому? Господу. Господь взывает к Моше, он призывает его и что-то говорит. Он говорит ему для него или для всего народа? Для всего народа. И это видно из дальнейшего стиха. Объяви сынам Израиля. Или говори сынам Израиля. И скажи им. И дальше. Он говорит, когда кто-то из вас захочет или кто из вас захочет, если человек захочет, когда-либо кто из вас захочет или пожелает. Когда, если, это что? Условия. Начинается это с условия. Всевышний говорит, что существует для принесения этой жертвы определенное условие. Это просто для начала разговора. Глядя в различные переводы и значения слов, мы увидим, что должно быть в сердце человека. Что должно быть? Желание. Размер не оговаривался. Захочет или пожелает. Все это сводится прежде всего к желанию. Результат личного желания человека. Никто был не вправе принуждать к этой жертве. Она была бессмысленна за компанию, так как делают другие. Только если сам человек
Ничто и никто не обязывал человека приносить жертву Аллах, всесожжение. Кроме его собственного желания, ничто не двигало им. На сегодняшний день мы не под законом. Часто мы это слышим. Я не под законом, я под благодатью. Я никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Такое хорошее слово. Взаимная любовь. Я вас люблю, отойдите в сторону. Мы никому ничем не обязаны, чтоб я вас не видел, как я вас люблю. И так дальше и тому подобное. Слово «должен» вызывает, в общем-то, некоторое раздражение. Но смотрим в закон жертв. Он называет, начинается слов «ты должен». Нет. Всевышний обращается и говорит: слушай, скажи, если кто-то захочет, пожелает, он может это сделать. Причем мы дальше будем смотреть, и мы увидим, что это не касается других жертв. Там никто не говорил уже больше о желаниях. Понятно, да? К примеру, в жертве за грех Бог не говорил: слушай, если ты захочешь принести жертву за грех, то ты можешь это сделать. Там уже речь стояла, что если ты, то ты должен. Если ты уже согрешил, то ты уже должен. Здесь говорится о желании. О желании человека что-либо принести и о разрешении Бога это сделать. Говорит, если кто пожелает, то он что может? Принесите. Может принести. Очень непростой момент. Мы часто думаем, что мы делаем Богу одолжение, когда мы приносим жертву. Бог говорит: если вы пожелаете, то вы можете это сделать. Я не запрещаю вам. А мог бы, кстати, запретить. Ну или как минимум не принять. Здесь все написано в правильном порядке. Если кто пожелает, может принести. Итак, наши жертвы, мы не делаем Богу одолжение. И чудо состоит в том, что если мы желаем, то мы можем. Это чудо. Это важный момент. И этот стих второй, который мы разбираем, он содержит несколько основных принципов, которые будут распространяться на все жертвоприношения, о которых мы успеем поговорить. Прежде всего, в нашем сознании, когда мы говорили о жертве, мы считали, что это дело священников, коэнов. И когда идет речь о жертвах, то это прежде всего касается, ну, их. Это их дело. Но здесь говорится, если кто из народа.
Если кто из народа. Удивительная часть. Различные переводы говорят следующие вещи. Кто хочет принести жертву? Кто из вас хочет принести жертву? Когда кто-нибудь из вас захочет принести жертву? Если любой человек из вас захочет принести жертву? Когда человек какой-либо из вас пожелает принести жертву? Очень важное замечание. Кто-либо... Кто-либо... Из кого? Кто-либо из вас. То есть только кто-либо, принадлежавший к сообществу Израиля. Есть некоторые комментарии, которые говорят о том, что мог принести язычник, попросив стать посредником еврея. Но здесь написано кто-либо из вас. Любой, есть ли ограничение, женщина или мужчина? Нет. Слава Богу. Обычно мужчины должны молиться и говорить, слава Богу за то, что ты не сотворил меня женщиной. А женщина молчит в это время. Молча. Пока мужчина молится. Этой частью молитвы. Я пошутил. Итак, кто-либо из вас, любой из числа народа Израиля, кто пожелал принести, мог это сделать. Потому что мешкан был собственностью всего народа. И все члены общины, мужчины и женщины, молодые и старые, добровольно, и что немаловажно, щедро приносили жертву на его сооружение. И вообще история о строительстве мешкана. Мешкан – это переносная скиния. Исход 35 глава, 21, 26, 29 стих. И исход 36 глава, 2 стих. 35, 21, 26, 29, 36, 2. Приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания и всех потребностей ее и для священных одежд. И все женщины, которых влекло сердцем, умевшие прясть, прили козью шерсть. И все мужчины, и жены, и сынов Израиля, которых влекло сердце, принести на всякое дело, которое Господь через Моше повелел сделать, приносили добровольный дар Господу. И призвал Моисея Веселила, Эйгалива и всех мудрых сердцем, которых Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. Условие какое было? По влечению сердца. На самом деле это достаточно странно. Библия – это не книга добровольцев.
Библия – это не книга добровольцев. Это книга о избранных и призванных. Это не о всех и не для всех. Я не знаю, чтобы Гедеон пришел и сказал: слушайте, ребята, я вот тут подумал и решил, поведу-ка я вас всех за собой. Те, которые решали повести за собой сами, как правило, потом плохо заканчивали. Библия не книга добровольцев. Здесь говорится: всех, кого влекло сердце. Все могли делать. Эту часть могут делать все без исключения. Жертвовать. Все условия, кого влечет сердце. И если сердце его влечет, то оказывается, сердце у него мудрое. Правильное сердце. Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый по своей работе, какой он занимался, и сказали Моисею, говоря: народ много приносит. Слушайте, проблема. Что-то они несут, именно много. Больше, нежели потребны для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моше, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище. И перестал народ приносить. Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже еще осталось. Сегодня я верующих, которых живут по благодати, не встречал такого дерзновения жертвовать. Ну, мы же по благодати. Это же не под законом были. Чего они тогда так жертвовали? Наверное, хотели преуспевать больше, чем мы. В пустыне. Они просто были знакомы с теорией преуспевания в пустыне. И поэтому именно сеяли в преуспевание на мешкан. Ну, чтобы преуспеть в пустыне. Стать богатым. Откат был такой, что мало не показалось. Причем этот первый откат они делали как раз именно после того, как они тоже немного золота собрали на тельца. Бедные евреи, которые вышли из Египта, собрали немного золотишка и сделали тельца. История плохо закончилась, для некоторых смертельно. Но после этого они решают жертвовать еще раз, и как-то у них хорошо это получается, так душевно. Что Моисею пришлось приказывать. Не то, что он именно вышел и попросил. Ну, если вас не затруднит, больше не приносите. Он приказал больше не приносить. И того, что они успели, вот те, которые были мудрые сердцем, успели натащить, было достаточно, еще и осталось. Несли быстро. Чего нельзя сказать о нас. Я не встречал ни одной церкви или общины, чтобы пастырь выходил, или раввин, и говорил: так, больше не приносить. Приказываю. Каждый шаббас почему-то приходится призывать к пожертвованиям. Ну, не знаю. Что-то поменялось. Ну, это, наверное, потому что по благодати. Шаббасом что-то не то, я понял. Итак, 1 Паралипоменон 29.14. Правильное понимание процесса даяния.
Первая параллелепипедом 29-14. Откуда-то это было известно нашему дорогому Давиду. Мы читали на днях это местописание, когда мы смотрели, сколько же Давид жертвовал на храм своего личного. И после того, как он решил немного пожертвовать, там где-то порядка 80 тонн золота, да? Еще там порядка 200 тонн серебра. Он спросил, кстати, а никто больше не хочет? Именно, больше никто не хочет. Ну и там написано, что было пару желающих тоже, которые дали еще больше, чем Давид. Ну, потому что желающих было много. Но, как понятно, что Давид не был бедным человеком. Давал собственное сокровище. Ну и военачальники, и главы родов тоже, судя по всему, были не бедные ребята. Да? И они дали именно такое пожертвование. Именно такое. Что можно было себя чувствовать уже героями до конца времен. Именно, ну мы ждали, как дали, так дали. Тоннами снесли. Тоннами, не то что там килограммами, тоннами мерили. А если быть точнее, десятками тонн. И что он говорит? Кто я? И кто народ мой? Что мы имели возможность так жертвовать, Боже? Кто я? И кто народ мой? Что мы могли жертвовать? Мы могли, мы имели возможность так жертвовать. Кто мы? Не то, что именно мы герои веры. И мы оторвали от себя. Давид спрашивает у Бога, почему он имел такую привилегию, и его народ, жертвовать столько ему. Но от тебя все. От руки твоей полученное мы отдали тебе. Это нормальное понимание жертвы. Это нормальное понимание того человека, который получил и отдает. И говорит, я имею возможность. Кто я такой? Почему ты презрел на меня и дал мне возможность пожертвовать, принести жертву тебе? Ты дал мне столько, что я могу это сделать. И я имею привилегию принести и дать тебе. Кто я? Это нормальный подход. Тоже не совсем как бы харизматический, конечно. Потому что именно мы колеса Евангелия. И без нас тут, если мы не пожертвуем, ничего не произойдет. Знаете эти теории, да? Нет? Ну, кто-то не хочет, правильно. Кто-то знает, ничего страшного тоже нет. С этой светлой мыслью «Кто я?» отправляемся на перерыв.